Это «Чудо техники». Я Сергей Малоземов. Напоминаю, в течение всей программы мы ведем обратный отсчет в нашем рейтинге самых удивительных научно-технологических новостей недели. Сейчас 4-е место. Инженеры из Белоруссии предложили оригинальный вариант транспорта для инвалидов. Это автомобиль, в который не надо пересаживаться из коляски. Она заезжает туда по пандусу, и человек прямо в ней оказывается на водительском месте. Как и положено в 21 веке, машина имеет полностью электрический привод.